дохода годового бюджета на 2022 год увеличены на общую сумму 15 миллиардов 761 миллион рублей. Преимущественно это средства федерального бюджета, носящие целевой характер. Увеличен объем налоговых и неналоговых доходов на сумму 12,8 миллионов рублей. В связи с уточнением прогноза поступлений главными администраторами доходов краевого бюджета. Увеличен объем безвозмездных поступлений от других бюджетов на сумму 7 миллиардов 50 миллионов рублей. В том числе увеличен дотации, предоставляемые из бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации на сумму 3 миллиарда 463 миллиона рублей. Предусмотрены безвозмездные поступления от ПАО «Русгидро» на возмещение упадающих доходов энергоснабжающим организациям в сумме 8 миллиардов 800 миллионов рублей. Предусмотрен возврат федерального бюджета остатков средств федерального бюджета, сложившихся по состоянию на 1 января 2022 года, в сумме 4,8 миллиона рублей.